Итак, дамы и господа, представляем спортсмена второго поединка нашего вечера весовой категории до 66 килограмм, ladies and gentlemen. The second fight of our evening featherweight category. Слева от меня боец весом 64 килограмма, 167 сантиметров, его рост, ему 23 года, является чемпионом Таджикистана по боевому самбо, профессиональный рекорд. 4 поединка, 4 победы. Таджикистан, спортивный клуб Touch Fighter. Ladies and gentlemen, introducing first fighter to the left. His weight is 64 kilos. He's 167 centimeters tall, 23 years old. He is combat sambo champion of Tajikistan with professional record. 4 fights, 4 victories, no losses. Tajikistan Republic Sport Club Touch Fighter Zokir Pachoyev! Также его соперник, стоящий справа от меня, вес которого составляет 66 килограмм, 169 сантиметров, его рост, ему 25 лет, является чемпионом Узбекистана по боевому самбо, профессиональный рекорд ММА. 5 побед, 1 поражение. Узбекистан, спортивный клуб Pride, ladies and gentlemen, and also his contender to the right. He's weighty, 66 kilos, he's 169 centimeters tall, 25 years old. He's combat sambo champion of Uzbekistan, professional record, 5 victories, 1 loss, no draws. Uzbekistan Republic Sport Club Pride, Zahid Toychiev! 3 раунда по 5 минут. Внимательно слушаем и выполняем мои команды. Следим за защитой. И пусть повеселее. Пожали руки. По углам. Коэффициент на победу первого бойца 1,7. На победу бойца под номером 2 1,2. Итак, дамы и господа, на первой минуте, 55-й секунде первого раунда, досрочную победу одержал the victory fighter from Tajikistan, Zokir Пачоев. Итак, дамы и господа,
Перед тем, как мы продолжим наш чемпионат и следующий бой, который состоится в весовой категории до 66 килограмм, к вашему вниманию видеоролик о спортсмене, доблестном бойце.